26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 27 лет с момента Чернобыльской катастрофы, крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. К 2015 году над атомной станцией Чернобыля будет возведен новый саркофаг. И только тогда, по мнению ученых, и в атмосферу перестанет поступать излучение взорвавшегося реактора. В Ноябрьске, как и по всей стране, сегодня вспоминали жертв атомной катастрофы.